Всем привет, ребят. Ну что, настало время очередной битвы гильдий. И сегодня мы будем с вами трэшевать. Почему именно трэшечок будет? У нас будет прохождение Овником. Да, вы там скажете Овник. Попробуем побегать им соло, чтобы он соло тащил. Он собран на максималку. 9-я жива, 2 раза рез. Конечно, у нас не прокачанный цеп на максималку. То есть, возможно, будут нюансы, что мы не сможем добивать. Ну, ради теста надо попробовать, то есть максимально у нас все собрано. Единственное, можно было бы здесь еще доспех поставить, было бы он дольше выживал. Но пока потестим вот именно такую сборку, сможет ли он соло бегать на битве гильдии, надо будет только на ком-то хорошо зависнуть. Так, 347, поехали. Угу. Ну, честно говоря, печально все. Ну ладно, поехали. Но все равно надо тоже проходить. Никуда от этого не денешься. У меня стоит выживание 8, то есть 1700 отхила, 3 секунды полностью не уяз. Вот 325к отхил идет у нас. Плюс у нас еще отхил от смотрителя. Так, раз он вот второй раз ожил. 50% набивает. Супер. 63%. Самое главное, чтобы его слили не под молчанкой. Вот еще раз резнулся. И что мы имеем? 66. Ну, если бы цеп был по прокачке получше, то было бы больше процентов. Ну, посмотрите, как все хорошо с 9-й оживой на Огнике. Да, он не будет убивать у вас героев. Ну, как видите, 91% он набил. Просто кайф. Ну, у нас остался ворожей там. Мы это все сделаем вот так вот фрайкой. Фрайка максималка, 9-ка. И там у нас еще здание, все. Можно просто взять дерево, резнуть его еще раз. Давайте возьмем, кстати, дерево сюда. Зачем нам сейчас тут ворожей? Так, есть. Отлично, поехали следующему. Так, 360. Такс. Что у нас тут есть? Огник есть, есть фрайка, попробуем. И есть Анубис, попробовать со стороны Анубиса. Ладно, попробуем так. Вот Фрейя подошла, отлично. Смотрим. Да, наверное, лучше все-таки. Хотя, в принципе, без разницы, что будет через Фрейя, что через Анубиса будет. Все равно так же бить. Вот третий раз. процентов. Отлично. Кидаем девушку нашу. 71. Так, запускаем сюда Бугимена.
Ну, как видите, то есть можно свободно огником нормально набивать с такой сборкой. Он выдает как Ронин больше 50%, вам этого вполне хватит, чтобы дошатать все. Ну, странно у него эти без питомцев. Сейчас мы фраю сольем. Конечно, против пакта. Вообще не вариант. Так. Окей. С этим разобрались. Поехали следующего смотреть. Триста сорок пять. Триста семьдесят. Так, ну, наверное, лучше задеть со стороны фрая, чтобы поменьше было. А мы не резнули. Ну, герои тоже с 12 скиллами против. Сейчас посмотрим. Возможно, даже лучше было бы сюда поставить Феникса. Он бы больше зоны, больше бы набивал. Ну ладно. Попробуем именно так. Сорок семь. Так, слили. Сейчас подождем, пусть уберется. Конечно, можем и слиться сейчас. Мы, в принципе, на это идем. Надо было брать все-таки нашу подружку. Чтобы она тоже немножко подамажила. Немножко я не так кинул, ну ладно. Самое главное, чтобы огнекрыл сейчас выжил. А мы еще и вражеского затоптали. Такс. В принципе, мне нравится этот вариант, живо. Именно то. Все, кончились противники. Что-то сервак подвисает в последнее время. Так, 345. Оникс. Райка стоит, стрелок, Анубис. Ну, попробуем сразу через них пройти.
даже без потерь. Такс. Триста сорок пять. Если будет более прокачанный цап, думаю, тут вообще без вопросов будет. Наверное, он вообще соло пройдет. С таким количеством ожив. Да, вот так вот. Четыре пятьсот почти. Ну, в общем, вот как-то так, ребят. Сейчас я верну обратно героев своих. Так, ворожей. Рейка. Вот такой вот был у нас составчик. В принципе, если прокачать на максималку цапа, думаю, будет более эффективен. Ну, плюс некоторые герои на добивание вообще будут изи. Ну, посмотрим. Будут дальше у нас более сильные топы. Я надеюсь, и мы сможем потестировать. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи. Всем пока.